Всем доброе утро, на улице красота. Сегодня 2 января. Снег сыпет. Сегодня достаточно активно. Поэтому мы выдвигаемся на утреннюю пробежечку. Разве можно такую красоту проспать? Посмотрите, кругом снег. На улице почти никого нет. Только маленькие собачки. Хотел спросить у вас, как часто вы болеете? Я вот уже не помню, когда последний раз болел. Вот, наверное, потому что я очень давно уже закаляюсь. Сейчас я перешел на новый уровень. Уже делаю пробежки с голым торсом. В принципе, очень эффективно. И бодрит. Так что всем рекомендую начинать закаляться. Если вам будет интересно, с чего начать, попробую вам рассказать и подсказать. Всем хорошего и бодрого дня. Всем привет. Также у меня есть компаньон-бегун. Бульдог Николь. Вот такой маленький спортсмен, который утром всегда со мной.